Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем прохождение игры Black Mesa. Значит, как ты помнишь, в прошлой серии мы столкнулись с очень большим боссом, он довольно-таки побеждается не с первого раза, но мы его, короче, победили, запустили какой-то реактор, и его просто испепелило в клочки, самые настоящие маленькие клочки. Тут с нами охрана, я думаю, мы его... Я очень надеюсь, что на базе не выросло еще больше этих тварей. Так, ну как, ты пойдешь? Теперь Дженкинс успокоился, я это чувствую. Так, если что, выберем пока что, кстати, вот тут у нас патронов нет, тут у нас чуть-чуть. Везде по чуть-чуть патронов, зато гранат много. Ладно, ну что, ты пойдешь со мной? Я не могу идти. Я остаюсь в этом уголке. Ладно, хорошо, твое решение, мне без разницы. Я пошел один тогда. Значит, вот отсюда это вот эта тварюга выползала. Я не знаю, стоит ли спускаться вниз. Хотя очень интересно глянуть, что там такое. Значит, также я где-то видел пароход какой-то. Хотя я вроде все проходы проверил, придется все-таки спускаться вниз, там, где была эта штука. Ладно, спускаемся потихонечку. Капец, тут приходилось ее обманывать, чтобы она нас не разорвала в клочки. Так, хорошо. Давай аккуратненько спускаемся. Вот отсюда, значит, эта штука с большими просто лаптями выползала. Мы вроде как, знаешь, что должны нас спускаться... Ну, как бы подниматься наверх, как бы к свободе. Там. Вау! Тихо. Оу, тут уже радиация, гриб. Что? И пушка новая. Хе-хе, хорошо. Наверное, прицел вниз. Ох ты, мать твоя! Вообще просто шикарно. Будем сейчас шмалять. Значит, эта штука. Там еще, короче, ниже можно спуститься, я так понимаю, но. Там все затопило. То есть, ты представляешь, какие-то большие были тентакли. Так, даже не знаю, что делать. Тут заперто. Тут тоже все заперто. А правда, куда идти? Я не особо понимаю. Неужели ты хочешь сказать, что мы должны плыть под воду? Интересно, и что я должен здесь сделать? Охренеть. Стой, подожди. Может, я что должен найти между ними? Блин, мне страшно между ними находиться, капец. Не, ну не может быть, что я просто вот так взял и... Не может же быть такого, что я просто вот так взяли и все. Закинули меня в это место и как бы... Сиди тут, называется. Капец, фу, это какие-то, она какая-то слизь, тут что-то такое вообще. Стой, погоди. Так, ребят, я, короче, нашел, вот тут, оказывается, какая-то есть непонятная, я даже не знаю, как это назвать, по типу кармана какого-то, где что-то может быть. Конечно, вот! Офигеть, то есть, чё? Всё-таки реально это... Капец, это что? Отходы сливают, жесть. То есть, мы двигаемся в верном направлении. Так, где мой револьвер? Как раз будем его в скором времени, я думаю, использовать. Всё понятно, куда. Так что не запутайтесь, ребята, это я тут 100 лет просидел реально. Так... Мы можем спуститься вниз, можем по трубе пойти куда-нибудь. Но мы сейчас давай смотрим аккуратненько, значит. Ага, понятненько. Сейчас спустимся тогда. Так, хорошо. Что у нас? Ой, у нас тут фонит жестко. Так, давай все пополним сейчас. И чтобы не фонило. Блин, тут жестко фонит, я тебе скажу. Все. Пойдем наверх сейчас. Так, давай-ка сейчас посмотрим, что у нас тут. У нас что-то там есть. Стой, тогда... Да твою мать. Я тебя ненавижу.
Упал все-таки, засранец. Так. Какие-то вентили. Выкини бочки. Стой. Пойти. Можно спуститься туда. Блин, не, нам нужно все-таки двигать по трубам, наверное. Скорее всего, потому что тут реально ничего особого толком-то и нету. Тихо, есть. Есть там вот такое что-то. Непонятно, зачем оно. Стой, можно вот здесь спуститься. А, все понятненько. Так. Сейчас мы заберемся. Гордон Фриман не пропадет, если что. Так. Бежим. Ни хрена, это все сливается туда, в фонтанище. Так. Можно пропрыгать туда, по идее. Но я не знаю, перепрыгнет ли он. Что это такое? Стой, 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 стой. Стой. Подними. А, все, я понял. Нам точно туда, просто видишь, как тут нужно. Все, вот это. То есть мы не потеряемся, ребят. Тут не особо-то открытый мир. Ну и все. Все, походу, это все, что нам это. Тихо. Офигеть. Тихонько. Блин, фонит везде все. Все, давай, бежим. Так. В таких трубах можно встретить кого-то непонятного, поэтому лучше держать всех на мушке. Так, кстати, вот первое оружие с прицелом, реально. Вот с таким точечным, вот знаешь, вот с таким. Так, довольно-таки большая труба. Алло! Воу! Да бля! Ты меня достал! Маленькая сволочь. Так. Блин, ты меня достал! Ладно, сейчас возьму вот это. Так, походу нам тут заселили хэдкрабиков. Ой, даже не знаю, что делать. Аптечка. Это хорошо. Что это? Прикрепить мину к подготовке системы? Интересненько, для чего мне это все? Так, хорошо. Тихо. Хорошо. Тихо, сейчас они должны взорваться. Эй, ребятки! Тихо. Ща, короче. Так, я убил. Стой, блин. Не знаю, я так понимаю, они на мину не побегут, да? Тихо. Пуст, блин. Убейте его, что-то там кого-то убивают. Стой. Хорошо, мы проползли. Вау! Это еще кто такой? Что такое там? Тихо. Он, походу, идет сюда, да? Он идет сюда! Блин, капец, что делать? Тихо. Он сюда идет? Эй, чувак! Давай. Давай, иди сюда. Блин, ты меня надоедаешь мне.
То есть мы сейчас должны как-то каким-нибудь образом это все обойти, да? Ладно, сейчас будем думать тогда. Хорошо, тихонько. Тихо. Ни хрена. Не-не-не-не-не! Тихо, хорошо. Давай, иди сюда. Ты так и будешь там стоять? Я сейчас буду гранату применять, слышишь? Ладно, на тебе гранаты, я так понимаю, не работают такие. Давай. Чё, злишься там, да? Давай. Да, сейчас посмотрим, кто кого. Давай. Вали отсюда. Я тебе сказал, вали отсюда. Инопланетный какой-то чувак. Мне как бы, сори, гранаты тоже не бесконечные. Так, как бы. И как мне с ним быть? Ты вообще тут нормально? Блин, он походу завис, я не знаю. Ладно, давай думать тогда. Давай сейчас будем тогда бежать. Куда же нам бежать-то? Нам сюда точно. Бля, капец, очень мощно. Так, хорошо, сейчас бы. Да, блядь, я так много патронов потратил. Фух. Да. Мощная тема. Но это прям новый монстр такой. Тихо. Ты был на волосок от того, чтобы получить пулю в лоб. Слушай, мистер. Если ты можешь подать питание, этот поезд вызовет нас на... Вызволит нас на... Я попытаюсь сам. Но путь до генераторного отделения не близкий. И пути на пути поджидают эти твари. Ладно. Так, стой. Это просто лежит. Вот, ни хрена он большой какой. Зверюга. Эй, я тут. Чё, ты меня увидел, что ли? Да ну тебя, иди ты спи, господи. Стой, тогда off, power, on. Как запустить-то со... Security door. Блин, я не знаю, ну вот что мне с тобой делать? Ты тоже разводишь руками, тоже не знаешь, что делать. Но ничего, сейчас мы повеселимся, я думаю. Думаю, я лучше отсижусь здесь. Да ты охренеть как ранен, поэтому отсиживайся, только не умри нигде. Так. О, да. Да в смысле? Прицел не криви. Так. Хорошо. Тут у нас вообще что? Так, непонятно. Блин, ну почему я так зря трачу патроны? Вот скажите мне. Пошел нафиг. Капец, вы... Я вас порву. Так, хорошо. Вот сейчас... Да ну тебя. Вот мне интересно, вот кто ты? Кто ты? Кто ты, мать твою? Кто ты? Пошел нафиг. Пошел нафиг. Жизнь мне сносит и все. Тихо. Почему такие звуки неприятные какие-то? Как будто кто-то вошел сюда. Так, давай, подзаряжайся жизьками. Нам жизьки ой как нужны. Так. Ух ты. Что там такое? Так, не знаю, что они натворили, но они сами себя грохнули. Монстры просто великолепные молодцы. Так.
Давай, открывай. Опять радиация, ну ёшкин кот. Какие-то отходы. Всякая еще дичь. Ладно. Можно эту дверку открыть. Так, я не знаю, что тут прятал, но я нашел очень много патронов всяких. Так, не смей меня закрывать здесь. Вот теперь можешь закрываться сам. Так, все хорошо. Так, что у нас здесь? Еще третью можно камеру открыть. Скорее всего, нам сюда, да? Ну, блин, жестко фонит, ты видишь, как все изменяется. Когда фонит радиация, то, короче, вот такая рябь идет. Так, а все, дальше мы не можем. Оу! Тихо, блин, я не знаю, как я не убился, но я... Тихо, открывай. Да ты что? Тихо. Сейчас, короче, кинем. Давай. Вообще просто жуть. Пошел нафиг. Так, лечимся. Все. То есть, смотри, на спецназ это турель не реагирует. Я теперь буду знать. Вот эта вонючая турель. Вроде думаешь безопасная, но нифига. Так, тут заперто. Тут вообще ничего. Не знаю, только аккуратно. Тут может быть турель. Эй, давай, давай. Вау, ты охренел. Тихо, вау. Вау! Охренеть! Чё, куда бежать? Куда бежать? Так, ребят, я с ними разобрался, короче, сейчас вот тут всю эту тему сделаем, все. Так, сейчас выберу пушечку нормальную, вот-вот. Стой, подожди, я хочу вот эту. Не знаю, надеюсь, хватит патриков. А, блин, выпустил зря. Давай. Все, убил. Так, вот теперь можно двигаться нормально. Так, стой, тут вот эта тема. Так, внимание, Hyundai. Где-то тут еще Hyundai этот? Ну, где-то там, короче. Ладно. Я не знаю, может, они с ними уже подружились, с этими инопланетянами. О, тихо там, чувак. Все хорошо. Тихонько вынесли. Так, перезаряжай. Сейчас нормально. Так, тут заперто. Можно спуститься вниз. Ну, не знаю, стоит ли нам этого делать. Тихо. Вау. Тихо, напугали. Почему ящики сами ломаются? Непонятно. Ладно. Главное, что он тут прятал патрики. Ага, вот все, короче, понятненько. Что это, куда это и где это? Так, тут я всех говно этих мужичков подорвал. Так, давай сейчас подзарядим вот эту чарджер рейди. Все, сейчас будет гуд. Так, давай, 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 давай. Все. Тут мы тоже всех грохнули. Хорошо. Вот это, что это за платформа? Так, сюда мы войти не можем, к сожалению. Так, стой. Ага, отказ. Ну ладно. Тогда сейчас придется спускаться вот сюда каким-нибудь образом. Оп. Хорошо. Бежим. Можно еще ниже спуститься. А, что? Откуда вас так много? Просто не смей так делать больше. Они меня напугали довольно-таки. Вообще, что за место? Что за места такие жуткие? Там вентиляторы. Ну, вообще, это...
Вострём, просто жесть. Ага, все ясно, куда это. Так, ладно. Тогда сейчас возьмем и пойдем ниже. Ну, их много вообще прибежало, этих чертей. Так. Спокойно, очень заманчивое предложение. Так, это вообще где? Так, надо покликать все. Тут нихера, тут нихера. Так, все, все кликаем. Тут ничего. Так, тут мы, у нас тоже ничего. Тут у нас тоже ничего. Ладно, бежим еще ниже. Что? Ну, я вас давно не видывал. Так. Только аккуратно. Тут все затопило уже. Меня очень пугает то, что мы... Стой. Тут нету. А куда идти? Стой, вот это тогда может. Стой, тогда что? Это не открывает. Все. Заработало. Так, и теперь мы идем наверх. Хорошо. Бежим. Что за сюрпризы? Что за сюрпризы, мать твою? Охерительные сюрпризики. Знаешь, он вроде только расслабился. Тихо, бля. Давай. Давай, сейчас, короче, вынесем. Спецназа очень много послали. Прям вообще кучу. И теперь что, как быть? Тут я все использовал. Ну все. Алло. Я просто не могу понять, откуда вас так много. И что мне вообще делать с такой темой? Все капец просто. Думаем, думаем, ребят, думаем, куда идти. Я завел какую-то шнягу. По идее, может, это и двигает состав. Фиг его знает. Но я думаю, нам придется сейчас возвращаться назад, если... А, не, назад мы не сможем вернуться. Тогда куда? Тогда куда дальше? Стой, тут заперто. Тут вообще ничего. Тогда реально куда нам идти? А, во, все. Сейчас попробуем спуститься вниз. Все, так, открывай. Все, сейчас, короче, заведем составчик, и все будет круто. Так, а, да-да-да, они тут себя подорвали, эти монстрики. Хорошо, бежим, бежим, бежим. Так, где-то у нас здесь есть хпшечка, да. Есть. Так, спокойно. Я пока перезаряжу. Так, это здесь. Я хочу переждать. Блин! В смысле, офф? Чё, придется возвращаться назад? Ну ладно. Я пока не знаю, правда, куда идти. Сейчас какие-то задания реально очень сложные и очень такие прям вообще опасные. Это вообще такая тема напряжная. Воу. Тихо. Ладно. На этом пока все, ребятки. Подписывайтесь на канал для 10 видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.